Вас приветствует народный ансамбль эстрадно-спортивного танца «Фурор». Детки у нас занимаются с 3 лет и до. Возраст старших детей не ограничен. В занятия входят гимнастика, акробатика, в которой мы сейчас присутствуем, и классический станок. Для того, чтобы заниматься, в принципе, больших ограничений нет, но желательно, конечно, если у ребенка есть какие-то со здоровьем проблемы, принести справку от доктора с разрешением на физические нагрузки, потому что дети нагружены очень сильно. Для новичков, как правило, больших претензий нет, форма у нас на ансамбле своя, то есть это должна быть удобная форма. Стандарт для девочек танцевальный – это черный лосиный купальник, для мальчиков черные велосипедки, футболка и мягкая обувь. Это могут быть чешки или балетки. На первый случай вам достаточно. Конечно, платная, потому что мы вынуждены как-то выживать в нашем мире. Это коммерческое мероприятие. Поэтому, естественно, платно. Ну, о достижениях, которыми, как бы, может, я думаю, коллектив гордится. Ну, во-первых, чемпионы Украины, чемпионы Европы, участники всяких разнообразных телепроектов, таких как «Украина Май Талант», таких как «Танцуют все», такие как «Крок Дозирок», десятикратные обладатели гран-при на всеукраинских международных конкурсах и фестивалях.